70 новых маршруток появились на столичных улицах. Обслуживать микроавтобусы будут два муниципальных маршрута номер 14 и 22. Автомобили заменят технически устаревший транспорт, запущенный в Махачкале на этой линии ранее. По словам водителей, машины довольно комфортны и безопасны. Презентовала их компания-перевозчик СТС, которая не первый год занимается перевозкой пассажиров и сегодня обслуживает 19 городских регулярных маршрутов. Компания «Современная транспортная система» работает с 2016 года, и за это время мы успели обновить 200 транспортных средств нового образца. В настоящее время обслуживаем 19 маршрутов. До конца текущего года планируем также обновить еще дополнительно 50 транспортных средств. Вот таким образом мы делаем свой вклад в развитие транспортной системы города, в замену старого изношенного транспорта на новый транспорт, отвечающий требованиям комфорта, безопасности и экологичности. Будем стараться работать на благо наших горожан.